Подснежник – это самый нежный и при этом самый сильный цветок, ведь он первым распускается после зимы. Как объединить в себе нежность, силу и красоту, знают в фитнес-студии Натальи Буц «Гармония». В чем секрет, попыталась разобраться наш корреспондент Елена Козлова. На территории школы номер 9 вновь расцвели подснежники. Такое событие происходит здесь каждую весну благодаря Наталье Буц и ее фитнес-студии «Гармония», которая появилась в городе 9 лет назад. Основатель фитнес-студии, кандидат в мастера спорта по дзюдо, тренер по общей физической подготовке и инструктор ЛФК Наталья Буц ставила своей задачей объединение различных фитнес-направлений для гармоничного развития личности. Ежедневный стресс, обязанности по дому несколько стрессирует человека, и он приходит в эту студию как отдохнуть душой, так и позаниматься телом. Поэтому гармония. Здесь хорошо всем, и детям, и взрослым. Сегодня «Гармония» – это действительно фитнес для всех. В двух филиалах – в детско-юношеской спортивной школе на Чехова 3А и в 9-й школе на проезде Шудунца 1 работают 11 детских и 8 взрослых групп. Занятия для детей начинаются с первого года жизни ребенка в группе «Мама и малыш». Дальше ребенок может продолжить занятия в группе «Здоровые спинки», затем выбрать балет или школу спины. Становясь старше, продолжить обучение фитнес-ассорти или в группе Jazz Modern Dance Class или Fantasy Dance. А затем можно присоединиться к родителям, заняться йогой, фитнесом или аэробатутом. В гармонии можно заниматься всей семьей, отмечать праздники, принимать участие в концертах и соревнованиях. В конце прошлого года, благодаря Наталье Викторовне, гармония вышла за пределы зала. Новое направление аутдор – это занятия, которые проходят на свежем воздухе. Летом участники группы занимаются легкой атлетикой на стадионе и йогой, а зимой катаются на лыжах, габо, осваивая технику классического и конькового хода. С приходом 5 лет назад в студию выпускницы Академии русского балета Анны Николаевой в гармонии появился балет для детей. Почему пошла в балет? Потому что он нравится всем девочкам. Кроме чистого балета, Анна Робертовна преподает еще и танцы. Дэнс-класс – это классический танец, фэнтези-дэнс – современный. В этом году, благодаря хореографу Кристине Семенченко, в студии появилось еще одно направление современного танца для подростков – джаз-модерн. Оно соединяет в себе классический балет и джаз. Гармонию в жизнь женщин вносит инструктор Екатерина Пелюгина. Екатерина ведет силовые направления аэробики, слайд, степ-аэробику и пилатес. Работает с самого основания гармонии, занятия Кати наполнены энергией и оптимизмом. Летом прошлого года в студии появилось новое направление для взрослых – аэротренинг на батуте. Он сочетает в себе кардио-силовые упражнения и растяжку. Это направление ведет инструктор по хатха-йоге Лаптева Екатерина. Катя тоже работает с самого основания гармонии. Отличается огромным профессионализмом и креативностью. Показательные номера по всем этим направлениям вошли уже в 9-й традиционный гала-концерт, получивший название «Подснежник». И если гармония в переводе с греческого – это порядок, слаженность, размерность и стройность, то «Подснежник» олицетворяет все то новое, что ранее было глубоко скрыто и только благодаря обретенной гармонии тела и души, наконец-то пробилось, окрепло и расцвело. Это настроение, это ощущение себя. Тем более для меня это очень важно, я никогда не танцевала, поэтому, но при этом танцевать хотела. Поэтому это какая-то такая вот мечта, которая потихоньку сбывается, и это приносит огромную радость. Это действительно очень большой прилив энергии, сил и позитива. То есть все нервозные состояния, все уходит, весь стресс просто снимается на танцах. И супруг тоже как бы заметил перемены в лучшую сторону в моем настроении. А вот появление на сцене Ольги для ее мужа стало неожиданностью. Сегодня мое выступление – это сюрприз для мужа. Да, то есть я ходила днем, он не видел моего отсутствия днем. Вот, для него это был приятный сюрприз. Сама я, конечно, получаю массу позитива, удовольствия от танцев, потому что для меня это тоже новое что-то в моей жизни. Хотелось перемен, и я это сделала. Хотите внести гармонию в свою жизнь? Нет ничего проще.
Фитнес-студия Натальи Буц «Гармония» открыта для всех. Приглашаем детей и взрослых на занятия. Работаем также летом. 12 мая приглашаем женщин на семинар «Йога для лица». При оплате до 1 мая стоимость семинара 650 рублей. Звоните и записывайтесь. Телефоны 8 926 123 38 67 и 8 985 885 5808. Подробности на сайте fitness-lobnya.ru.